Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от NFI, перед нами Motorola Moto G71, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поменять браузер по умолчанию. Для этого нам нужно открыть настройки и выбрать пункт приложения уведомления. Дополнительно приложение по умолчанию. Здесь нажимаем на браузер, и тут мы будем видеть все браузеры, которые есть у нас на телефоне. Выбираем любой из них, он и будет по умолчанию. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.